Всем привет, это Едим ТВ, сегодня мы готовим буррито. Для начала мы разогрели сковородку и налили туда оливкового масла. И отправили туда, когда оно разогрелось, кучу мяса. Как только у нас мясо начало прожариваться, мы отправили туда порезанный лук, фасоль и соус сальса. Как приготовить сальсу и гуакамоле, смотрите здесь, в рецепте про начос. Добавили немного чеснока, и вуаля, оно жарится и ждет своего времени. Да, мы, кстати, вообще не добавляли соль, у нас соленая сальса. Там сальса была соленая, да. Теперь у нас есть натертый сыр, соусы, чили, лепехи. Мы кладем примерно по ложке. Да. Еще, в принципе, можно рис делать, да? Да, чтобы было сытнее ложку сальсы. Да. Представьте, что мы делаем мексиканскую шаурму. Ложку гуакамоле. А теперь как бы все это завернуть так, чтобы оно... Правильным конвертиком, правильно? Надо вот подоткнуть вот так вот вниз. Это будет вот полный реально прям шаурма вина. Сейчас мы будем там обжаривать... Буррито. Чито-грито. И как блинчики зажарим. Кстати, да, они и пахнут уже как блинчики. Побольше глюкамоли. Заворачивай вот так, да, туда. Во-во-во-во. Воткнул? Да. Крути. А теперь бери самый выступающий край и заворачивай внутрь. Оп. Коллективный творчество. Вот это да. Я понимаю. Да. Еще час, и ты будешь сейчас профессиональным шаурматором. Вот. И один у нас диетический. Мы сделали буррито. Буррито готово. Он очень нежно режется. Нож острый. Покажи. О, да. Даже если выключить видео, такое ощущение, как будто сексом занимаемся. Подписывайтесь на наши новые рецепты. Оставляйте в комментариях предложения по тому, что нам еще приготовить. Автор лучшего комментария получит приз Андрея в рабство. До встречи через неделю. Пис на груз. Ну что, едим, мы уже поели, собственно. Да, поели ТВ. Поели ТВ и рады ТВ. Сожрали ТВ.